За прошедшую неделю в нашем районе произошло два ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. В преддверии осенних каникул водителям следует проявлять повышенное внимание к ситуации на дороге, а родителям еще раз объяснить детям, насколько опасно нарушать правила дорожного движения. Утром 18 октября в Белореченске на улице Интернациональной водитель маршрутного такси сбил 6-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте. В результате аварии ребенок получил два закрытых перелома ноги. В ночь с 21 на 22 октября на автодороге Белореченск-Нижневеденеевский, по предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2190 не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в едущий перед ним грузовик. В аварии были ранены водитель ВАЗа и ехавшая с ним пассажирка. В полдень 22 октября на автодороге Белореченск-Нижневеденеевский произошло лобовое столкновение автомобилей Audi Q7 и ВАЗ-2115. Предварительным виновником происшествия является выехавший на встречную полосу водитель Audi. В результате аварии погиб на месте водитель ВАЗа. Водитель Audi получил множественные ранения различной степени тяжести. Вечером 24 октября на автодороге Великовечная-Новоалексеевская водитель автомобиля Cherry A15 не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся. В результате аварии водитель погиб на месте. Детали происшествия устанавливаются. Поздним вечером того же дня в Белореченске на улице Мира водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 15-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.